Привет! Сегодня буду готовить домашнюю шоколадную колбасу. Если честно, это вкус моего детства. Мама все детство ее готовила и баловала нас такой вкуснятиной. Ну а сейчас балую своих домашних ею я. Сегодня расскажу вам рецепт простейшей и вкуснейшей домашней шоколадной колбасы. Нам понадобится печенье, молоко, сливочное масло, грецкие орехи, изюм, какао и сахар. Первым делом зальем изюм кипятком. Я его хорошо промыла, залью и оставлю на несколько минут. Он должен немного разбухнуть. В глубокую емкость выкладываем сливочное масло, всыпаем сахар, какао-порошок и вливаем молоко. И теперь всю эту массу отправляем на водяную баню. Все хорошо мешаем и ждем, пока у нас все ингредиенты растворятся и смешаются. Все, шоколадная масса моя готова. Снимаем ее с плиты. Теперь печенье. Мне нужно его измельчить. Я беру пакет, укладываю сюда печенье и буду бить его скалкой. Сильно мелкие кусочки мне не нужны, пусть они будут разные. Ну вот, приблизительно вот такие кусочки у нас получаются. Орехи тоже измельчим. Добавим к печенью. Сюда же добавляем изюм. Я его слила уже. Все хорошо перемешиваем. И добавляем шоколадную массу. И снова все перемешиваем. Ну что, все готово и начинаем формировать колбаски. На стол я положила бамбуковую салфетку, сверху устелила пищевой пленкой. И теперь на край начинаем выкладывать нашу шоколадную массу. Начинаем заворачивать. По краям немного тянем пленку, чтобы колбаска наша была плотнее. Одна готова и беремся за вторую.
Из этого количества ингредиентов у меня получилось две вот такие шоколадные колбасы. Все, убираем теперь их в холодильник на 2-3 часа. Если вы хотите, чтобы шоколадная колбаса была быстрее готова, то убираем в морозилку на 30-40 минут. Все, я достала колбасу из холодильника, и сейчас я ее разверну, разрежу и покажу вам, какая же она получается. Домашняя шоколадная колбаса готова. Что хочу сказать, что если даже не добавлять в нее изюм и орехи, получается она очень вкусная. Обязательно приготовьте, я думаю, вам очень понравится. Ну а я, как всегда, желаю вам приятного чаепития, готовьте вкусную шоколадную колбасу, подписывайтесь на мой канал, ну и всем пока!